Всем привет. Меня не было дома сутки. Аквариум был полностью выключен. Золотая рыбка снова выкорчевала лимонник. Фильтр тоже не работал, как видите, водичка мутная. Я рыбкам привез поесть. Золотухам купил роглистник, чтобы они его недельку поскубали. Я не выращиваю нигде, проще купить. Вот это вот стоит 23 целый пакет. Они его съедят за недели-две, да и все. Потом следующие новые палочки повыкидаю. Потом решил взять попробовать креветок. Не знаю. Люди говорят, что им там нужно за водой как-то следить. Постоянно pH мерить. Я попробую ничего не мерить, ничего не следить. Просто запущу, посмотрю, что с ним будет. Съест золотая рыбка, пускай съест, полезно будет. Скажем так, креветки не очень дорого стоят. А, и взял еще два псевдоската, потому что я купил одного, а одного держать нельзя, и он вот уже недели две тут где-то прячется, скучает. Петушок шикарно себя чувствует, ему, в принципе, пофиг. Ну что, сейчас наведу порядок и покажу. Вон один, темненький такой, который посветлее. Не знаю, что это. Один мальчик, один девочка. Креветочки у них сидят. Они довольно крупные, но все равно. Если кто захочет, они залезут. Спит. Страшно от этого не будет. Все. Налью водички. Аквариума. Так вот. Пускай стоят, гипнотизируются. Красивая. И так же самое сюда сейчас тоже воду налью. Тоже постоянно так расслабляю. Так, наверное, 15. И потом я его закину в воду. Покупала их на птичьем рынке. Я тоже на зоомагазине. У них есть много аквариумной движухи. Рыбки, корма. Потому что на базаре брать довольно-таки опасно рыбу, поскольку она может быть больная. А с водорослями тем более. В водорослях можно принести болячки еще страшнее, чем вместе с больной рыбой. Я взял их в проверенном зоомагазине. Где водоросли проходят какой-то карантин тоже. Так что вот так. Так. Они постояли 20 минут. Погрелись. Кстати, я пока пересаживал лимонник, у меня чуть рука не замерзла, поскольку я люблю, чтобы в комнате прохладно было, я люблю прохладу. И так как обогреватель день не работал, здесь было 18 градусов, почти холодильник. Сейчас на термометре уже чуть-чуть нагрелось, обогреватель фигачит, греет. Не знаю, через сколько он поднимет температуру как надо. Золотым рыбкам, в принципе, пофиг. Они и
на улице могут зимовать, это караси. А тропическим, думаю, что прохладно было. Данюшкам, может быть, точнее не может быть, а скорее всего, что холодно было. Потому что я, да, включил все тут, то они, ну они, наверное, до сих пор тусуются все возле обогревателя. Начал работать, да, они греются. Что, погнали выпускать их. И я не буду вылавливать их отдельно, хотя можно было, но я этого не сделаю, потому что сомиков очень сложно будет отлепить. Да, ну камерками погонятся, полетят. Сомик. Ни в какую. О, летел. Так. Все. Креветосы полетели. Траву эту всю соберет золотая рыбка, что летает. Вот они, погнали. Туда куда-то. Креветочки разлетелись. Да, сложно их, конечно, поймать камерой. Но я, если у меня это получится. Разлились немного. Если это у меня получится, то я, конечно, с ним проходил, блин. Погнал к обогревателю. Греться сразу. Да. Креветка вот бегает. Посмотрим, что с ними будет. Эксперимент такой, они не очень дорогие. Можно и попробовать их подержать. Так, ну и водоросли. Водоросли я тоже просто вылью. Они ехали сюда без воды. Воду я добавлял в свою с аквариума. Можно будет их выляпнуть. Интересно, насколько ей всего этого хватит, конечно. Потому что борьба идет за водоросли хорошая. Как только я их закинул, практически все пытались что-то отщипнуть. Даже петушку. Я тоже закинул. Немного, правда, но все-таки. Так, чтобы тоже ему было где веером своим помахать. Видите, какие она кубари поднимает. Это за один подкоп. Гурами. Улитки уже там. А вот креветок я не вижу. Хотя их никто не съел. По крайней мере, это я точно видел. Когда я их только выкинул, они поплыли куда-то и все. Больше я ни одной не видел. Золотая рыбка их не трогала точно, потому что она бы стояла их и глотала. У меня есть подозрение, что они, скорее всего, сидят где-то здесь, в водорослях. Браголистники спрятались. Или в домик все спрятались. Я не знаю, но креветок я не вижу. Скатики уже соединились в банду. С тем, которым здесь уже жил. Вот. Они все почему-то собрались на вот этот вот камушек. Очень он им понравился. Я, конечно, думал, что туда залезет какой-то из анцитрусов. Но с катиком больше понравилась вот эта вот движуха. А, кстати, вон я вижу в этом домике креветку. Вон она. Вот там ее мордочка торчит. Креветки, значит, тоже есть, но они попрятались. Ну ничего. Гупики греются. Вот так выглядит вода после 4 часов фильтрации. Работал фильтр. Он полностью все отфильтровал. Вода кристально чистая. Плавают только грубые частички, которые рыбки только что подняли. Роголистник встал сюда в угол. Он там нормально уже более-менее прикопался. Никуда не двигается. Такая вот водичка.
Сейчас покажу вам креветок. Они разбежались все. Враголистник. Сидят себе. Где? Ну, в принципе, я их больше не... Я только что тоже видел, ползали. Где-то еще синяя сидела. Не знаю, не видно их вообще, но они есть. Я вообще думал, что их золотая рыбка съела. Но я только что их видел, они тут ползают и по стенкам. Но, в частности, они все залезли сюда. Враголистник. Вот так вот. Кстати, по температуре сфокусируется. Уже сколько он работает? 4 часа работает нагреватель, и настолько остыл аквариум, что только вот 25 градусов доползает. Так что вот так. Будьте готовы к тому, что если сутки не включить аквариум при таком объеме рыбы, здесь могут пойти даже и необратимые процессы.